Умыться святой водой можно будет и в этом храме. 33 купели организовано на водоемах Чувашии для крещенского купания. Почти такое же количество при церквях, храмах, на святых источниках. Но МЧС предупреждает, лед нынче тонкий, надо быть предельно осторожным на водоемах. Три крещенские купели откроются в Чебоксарах в ночь на 19 января. Все они будут находиться около Свято-Троицкого мужского монастыря. Сегодня все ответственные службы проверили их безопасность. Толщина льда на Волге практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили количество купелей и приняли необходимые меры безопасности. Здесь организованы турникеты. Значит, силы полиции, силами полиции будет организован определенный порядок посещения, то есть где-то человек по 20 будет проходить на купели, чтобы нагрузка на лед не превышала... И практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили количество купелей и приняли необходимые меры безопасности. Турникеты, значит, силы полиции, силами полиции... Организован определенный порядок, где-то человек по 20 будет проходить на купели, чтобы нагрузка на... И практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили, приняли необходимые меры безопасности. Турникеты, значит, силы полиции, силами полиции... Организован определенный порядок... Для количества купелей. Где-то человек по 20 будет проходить на... купели, чтобы нагрузка на... И практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили... Лед не превышало... И приняли необходимые меры безопасности. Турникеты, значит, силы полиции, силами полиции... Организован определенный порядок... Для количества купелей. И... Где-то человек по 20 будет... Купели, чтобы... Нагрузка на... И практически в два раза проходить на... Меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили... Лед не превышало... И приняли необходимые меры безопасности. Турникеты, значит, силы полиции, силами полиции... Организован определенный порядок... Для количества купелей. И... Где-то человек по 20 будет купели, чтобы нагрузка на... И практически в два раза проходить на... Меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили... Лед не превышало... И приняли необходимые меры безопасности. Турникеты, значит, силы полиции... Эффект приятного ощущения. После купания. Спасибо. Спасибо. По данным служб безопасности, около 25 тысяч человек в Чувашии примут участие в крещении Господнем. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.